А тем временем в Приморском крае пропал без вести начальник главка краевого МЧС. Произошло это во время паводка. Поисками Олега Федюры сейчас занимаются водолазы. Машину, на которую он ехал, бурный поток затянул под мост. Случилось все сегодня утром. Федюра ехал на принадлежащем МЧС КамАЗе. На автодороге Осиновка-Рудная пристань на пути оказался ветхий мост через речку. И вот пока неизвестно, то ли мост не выдержал веса тяжелого автомобиля с людьми, то ли КамАЗ попал в глубокую яму в реке, когда ехал в объезд моста. Так или иначе, грузовик съехал в реку и перевернулся. Всего в машине находилось 10 человек. Выплыли все, кроме главы МЧС. Он, возможно, остался в кабине. Машину сейчас пытаются вытащить из-под моста. Движение реки в этом месте очень сильное. КамАЗ практически полностью погружен в воду.